Всем привет! Четвертая серия нового турецкого сериала под названием «Стеклянные потолки» выйдет 30 июня. С русской озвучкой эту серию можно будет посмотреть через пару дней. Если вы ждете новые серии, тогда ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Напомню, что в прошлом эпизоде Лейла решила бросить вызов Джему для того, чтобы реализовать свой план. Лейла подключила к своему делу Шинаси, и ради того, чтобы помочь Лейле, Шинаси готов был бросить Асуде. И при этом он знает, что пока она, наверное, не сможет оплачивать его труд, так как у Лейлы очень маленький капитал. Для Шинаси деньги – это не главное. Ему главное, чтобы о нем побыстрее узнали. Все считают, что за такое короткое время Лейла не сможет открыть ресторан. Но Джем думает, что если в этом деле замешана Лейла, то возможно все. Искандеру сообщают о том, что сегодня у них будет важный гость – госпожа Гюлир. Но также она должна будет посетить и ресторан Лейлы, что еще больше заставило всех перенервничать. Инджи и Джем испытывали волнительный момент, когда перед самим приездом госпожи в ресторане Лейлы пропал свет. Гюлир была очень довольна рестораном. Джем с ехидной улыбочкой на лице спросил у Лейлы, смогут ли они увидеть качество. Лейла считает, что им удалось выйти на новый уровень. А Искандер думает, что теперь у них с Лейлой нет препятствий для того, чтобы быть вместе. Джем приказал не впускать Лейлу в Асуде, и это ее сильно удивило. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.